скором времени должны быть подведены итоги конкурса инвестпроектов по заводам термической обработки мусора. Скорее всего, победителем станет компания «РТ-Инвест». После того, как она получит полномочия на осуществление проекта, а это произойдет 30 июня, будет решаться вопрос о возведении мусороперерабатывающего завода в Сочи. Вступивший в законные права победитель конкурса, строитель этих заводов в Московской области и Татарстане, консорциум «РТ-Инвест» обратится в правительство официально с просьбой о включении Сочи и, может быть, Крыма для строительства одного или двух заводов. А уже в июле, как сообщил депутат Госдумы Константин Затулин, будет проведено совещание, инициатором которого выступил вице-премьер России Александр Хлопонин. В его рамках планируется обсудить экологическую обстановку, которая сложилась в Краснодарском крае и, в частности, Сочи. Для курорта мусорный вопрос стоит остро. Географические особенности и транспортная логистика не позволяют Сочи вовремя вывозить все отходы. Есть сложности и с полигонами.